этим подписчикам привет. Сегодня будем строить теплицу Легенда 3х5 комби. Это значит, что часть будет стеклянная, часть поликарбонатная. Торцы из стекла, остальное все из полика. Теплицу мы установили, закрепили, установили отлив по низу. Сейчас, значит, обшили стены, обшили крышу. Все это дело нужно прокрутить. И будем крыть торцы. Торцы, напоминаю, будут стеклянные. И параллельно будут делать форточные блоки. Слышался у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 3х5. Комби, торцы стеклянные. Крыша, стены поликарбонатные. Идем смотреть. Форточка с одного торца, дверь алюминиевая с другой стороны. Стоит на бетонном основании. Закреплено с помощью анкеров. Есть диагональные усилители, система подвязки. По две нитки на каждую сторону. Два форточных блока на термоприводах. И снизу такой красивый отлив, размер бетона заказан у нас. Поликарбонат 4 мм, плотность 0,75, стекло тоже 4 мм. Крепится с помощью профиля системы база-крышка. Вот такая отличная теплица Легенда 3х5 у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.